В регистратуре поликлиник очереди записаться на прием. Несмотря даже на то, что время практически вечер. Мы спросили у пациентов, пытались ли они записаться на прием через систему к врачу. Нет. Да я сюда первый раз пришел вообще. Ни разу не пробовал. Вообще, как бы здесь проблематично к врачам попасть. Вот. Чтобы попасть, например, к одному специалисту, нужно прождать 3 недели минимум. У меня девушка всегда записывает. Через электронный удобней. Ну, намного удобней. Через электронную регистратуру, портал к врачу или по телефонам единой службы записи пациенты с полисами ОМС могут записаться к врачам в рамках программы госгарантии по закону в течение 14 дней. Для специалистов – это врач-терапевт, врач-педиатр, врач общей практики. Пациент должен попасть на прием в течение 24 часов. Запись к ряду специалистов узких идет только при направлении участкового терапевта, потому что только участковый терапевт может определить после первичного осмотра профильность и адекватность записи к тому или иному специалисту. Такие специалисты, как офтальмолог, травматолог, хирург, к ним, конечно, можно записываться напрямую. Только через терапевта по регламенту можно записаться, например, к неврологу или кардиологу, поясняют специалисты. Причем участковый может записать пациента сам, выписав электронное направление. На запись к стоматологу по закону отведены те же 14 дней. У стоматолога выложена запись. Во-первых, часть бирочек резервируется для повторной записи. Если, допустим, врач зарезервировал бирочку для своего повторного приема, но за сутки она не записана, она становится общедоступной для записи. Листы самозаписи в электронную систему выкладывают на 14 дней вперед. 15-й день записи открывается автоматически в 21:00. В каждой поликлинике есть ответственные администраторы, которые работают с листом ожидания к тем специалистам, которым пациенты не могут записаться через систему к врачу. Это, скорее всего, дефицитные специальности. И главный врач уже сам определяет тот объем свободных бирок, которые они выкладывают в расписание для того, чтобы можно было записаться на прием. Наиболее дефицитный профиль – там офтальмология, кардиология, неврология, детская кардиология. Имеется очередность, то главный врач уже пишет, ну, объясняет, с чем это связано. За доступность записи к специалистам отвечает главный врач поликлиники. Если он не решает проблему, не забывайте также, что качество и своевременность медицинской помощи контролирует и страховая компания, выдавшая вам полис ОМС. Туда можно обратиться с жалобой, что вы не можете попасть к специалисту. Запишите также номер контакт-центра фонда ОМС 8 800 700 0561. Здесь тоже помогут решить проблему с записью к врачу.